Ты про него рассказываешь? Да, да. Он меняет так. Он меняет. Не может. Надежда Азис. Товарные грузы, которые надо делать, это все пострит, а остальные так всегда. В этом году даже одна, и то хорошо. Меня в этом году на улице не видно. Вот так в питомнике ЛПХ «Макаревич» выращивается виноград не только на улице, но и в теплицах. Я даже комментировать не могу, правда. Впервые такое вижу вживую. Я вот устраиваю обзор просто молча по сортам. Хорошо, тут все подписано. На день открытых дверей собралось очень много людей. Снимали обход питомника почти полностью. Я уже дома буду навязать видеоролик, нарезать. И пока вот хочу вам... Сейчас приедем к вечеру в гостиницу, это Молдова. Прекрасный виноград, я его кушал на выставке. Сейчас рвать, конечно, я не буду. Ос привлекать. И нарежу ролик. А это будет просто обзор сортов. Вот так. Питомник Макаревич, Уссурийск. Доехали четко.
Короче, мне тут уже понравилось. Сейчас будут еще проводиться занятия, мастер-классы. Надо мне не пропустить. Поэтому я сниму одну тепличку. Вот такой виноград хороший. Я его весь фотографировал. Фотографии будут в соцсетях. В группе в Одноклассниках, ВКонтакте. Немного добавлю в Инстаграм. Так, тут я ничего не вижу. Кусты, видим, все молодые. Формировка у всех разная. Так, название. Меня уже ищут. Вот такой маленький кишмиш цитронный. Тут название Зуико. Я правда ранее этих названий не встречал. У нас в Хабаровске, например. Вот этот еще глянем с той стороны название и посмотрим снаружи все это хозяйство Бениидзу. Хорошие грозди. Пойдем на улицу. Такая огромная теплица, не знаю сколько метров. Как видим, проветривается. Мне вот интересно было вживую посмотреть. Отвлекусь немного. Какой огромный шиповник. Снаружи интересно было посмотреть, как это выглядит. Вот на улице уже ветер. Много яблочных яблок. У них растет груши, есть. Я на столе там снимал, накрыто. Потом отдельно буду видео собирать. Много. Сливы крупные. Вот такой вид вдаль. Сопки. Красиво, в общем. Воздух чистый. На этом заканчиваю свой краткий обзор. Спасибо всем огромное за внимание. С вами был Александр. Прощаюсь ненадолго. Всем пока.